Ты понял, да? Вот так вот. Слушай, вот он плавает, карась. Эй, карась. Смотри, вон он. Ну-ка, давай плыви отсюда. Ну-ка, давай, блядь. Что тут творится? Офигеть! Издевательство. Вот это да! Какая красота. Тут идет процесс. Ну как тебе? Ну отличный, клешненосец. Получи! А вот тоже хорош. Это все Волга, матушка. Да. Ну тут занимаются мастера. Они этот тазик сейчас упакуют в кастрюльку. Лагерь готовится к вечернему мациону, вечерней посиделке. На телефоны схватили. Это да. Не, ну это от души. Ну в группу выложили. Не, надо, чтобы видно было масштаб, так не видно масштаб. Да, масштаба. О! Красота! Андрю, сфоткай, пожалуйста, нас Сереги, чтобы раки туда попали. Чтобы раки попали. Слушайте, вы что делаете? Он видит, фотографирует, а? Есть. Ай, красавчик! Ну, это не дает. Оторвал. Ну, вот, смотри дальше. Ну, бери за крышку. Одной рукой пальцем прижимаешь основание. Подожди, вот я вот так держу, да? Крышку поднимаем. Крышку открываем. Открываешь крышку. Скрываем рака. Да, раскрываем. Аккуратно, полностью, до конца, не полностью. До конца. Да. Падай. Секунду, товарищ. Да-да-да-да-да-да-дай! Нет, такого. Вот это вот.
Вот это не оно, да, похоже. Я только что машине она ставил. Вот этого поставь. Вот я на него... Поставь, поставь. Он яркий кислотник. И, кстати, он нормальный. Вот. Ага, ага, ага. Спешу, спешу на помощь. Так, что там? Ушла? Прикинь, она второй раз атаковала. Ну, ну вот, ну! Понимаешь, что, да? Опа! У вас есть кулек? Кулек есть у вас? У вас кулек-то есть? Рыбу куда слать? Мне просто далеко идти. Чем маленький? Нифига себе маленькая. Вы куда? Коля, ты куда убегаешь? Нифига себе маленькая выпусти. Маленькая? Ну какая же маленькая? У тебя больше было. Вот. Пойдет, пойдет. Нормально? Хорош, нормально. У вас есть мешок под рыбу? А кто у нас тут умер? Никто не скажет. А давайте посмотрим. Кстати, свежий карась. Блин, он еще живой. Он еще дышит. А почему умер? А что он? Я не знаю. Вот, смотри, дышит. Мне кажется, он раненый просто. Нет? Нет, живой, нормальный. Я смотрю, много такой рыбы подраненной. Давай, давай. Смотри, он поплыл, блин. Вон, все, поплыл. Да ёб твою мать. Вон, все, поплыл. Да ёб твою мать. Слушай, я залезь там. Ты не можешь? Что? Слушай, это все, да, будет? Бля, я твое лицо закрашу, но что ж будет такое? Слушай, ну это же не постановка. Ты согласен? Нет? А вот это вот вообще косяк, бля. Пиво разлил. Упал. Что, бля? И что, пьяный, что ли? Ну, а что? Почему? Понятно. Почему? Если я начинаю запрыгивать, она все это сразу всплывает. Слушай, я не понял, ты на лошади-то умеешь скакать, нет? Ты че, брат? Бля. Слушай, вот он плавает, карась. Эй, карась, эй, карась. Смотри, вон он. Ну-ка, давай плыви отсюда. Ну-ка, плыви отсюда. Ну-ка, давай, блядь. Вот так вот. Слушай, слетел он. Не любимая, а правильная приманка. Я знал, что другу подогнать. Чтоб он... Да, чтоб он знал, на что клюет. Стопануло.
Есть, есть, есть. Так, вот Толик делает финальную часть кебаба, финальную часть. И это будет что-то нечто с чем-то. Эх, какая красота! Уже запах даже... передает? Запах, да, передает однозначно. Прямо угли, все так положено. У нас сегодня крайний вечер, когда мы еще пока что в большой компании. Завтра мы сразу станем меньше на 2 человека. Ну, отпуск продолжается, да, мастер? Да. Вот Андрей еще очередную порцию и бабчика фигачит. Чуть. Да. Так, вот ужин у нас сегодня. Там, ну-ка, что там? Оба, вот они кебабы. Кебабы. О, красота. Офигеть. Вот, да, подними так. Да. Очень душевно. Коньячок. Все дела, короче. Ну что, давайте. За руки. Да. Нет, прямо аж, прямо проголодался. Прямо жрать такой. На воздухе везде. Рыбалка. Будем. А. Какие сорта. Ну это, кстати, тоже. А в Америке все так делают. Может, по тарелкам сразу? Ну, зачем? Ну, да, сейчас согреем. Да, чтобы подогрели, да, чуть-чуть, да, люляшки. Да, да. Вот это праздничное уже. Аромат. Барбекю. Аромат. Ну вот, и что, это скупой мужской ужин такой, да, вот чисто? Худеющий. А то мясо. Чай. Нет. Ну скажи, что ли, как ты заболел? Ковидом и почему? Ну, у нас построились для того, для приема. Пополнение. Сколько, Андрей, килограмм? Озвучь. Ну, озвучь, сколько? Килограмм 32. Очень тяжело.